Приветствую, друзья! Сегодня мы в городском клубе бокса на Фучика. С нами Берестов Илья. Сегодня наш ролик будет немного отличаться от других. Сегодня мы будем разговаривать и постараемся сделать это максимально интересно для вас. Пару лет назад в этом же клубе бокса к нам в Казань приезжал Дмитрий Мучников, и мы проходили вместе с Ильей школу катанья. Я это дело забросил, потому что у меня то тренировки, то магазин, и не получается совмещать. Илья эту же тему развивает и периодически тейпирует ребят перед боями. И первый вопрос от Илья, кто же все-таки такой катанник, расскажи. Здравствуйте. Я думал, собственно, над определением, что такое катман. Ну и пришел к такой простой формулировке, что катман — это тот человек, который должен помочь оказать первую помощь боксеру в перерывах между раундами, то есть за одну минуту. Если это профессиональный бокс, то успеть закрыть рассечение, обработать гематому, сделать те процедуры, которые позволяют как-то уменьшить травму, да, нанести слой вазелина, использовать лед. Да, в этот момент. Ну и боксеру там, если еще что-то требуется дополнительно, да, то он пьет между раундами воду, вот ему воды дать. Ну то есть это вот такая узкоспециализированная, да, деятельность. Угу. Помочь боксеру, оказать первую помощь боксеру за одну минуту. Это работа катмана. Но это мое мнение личное, да, поэтому может быть и гораздо более емкое. Кем-то высказано, да, там смысл. Да, смотря с какой стороны посмотреть, как к этому подойти. Но если вот мы говорим про функционал катмана, то свести работу человека к нескольким процессам, я вот не знаю, насколько это хорошо, да, то есть человека сузить до выполнения нескольких функций. По большому счету функции катмана может выполнить там тренер, секундант или там человек, который в принципе, готов помочь. Понимаешь, да, про что я говорю? То есть там есть ситуации, когда человек вроде как и не готов к этому, да, но технически не подготовлен, у него нет с собой инструментов никаких, но базовое понимание, да, что такое первая помощь, и вот он в ринге, он это совершает, да, рассечение останавливает с помощью полотенца, да, там прижал, в принципе. Он может это сделать. А как тот момент, что тут же, в принципе, ограниченное время между раундами. Да, вот. И успеть это сделать, и сделать это максимально профессионально и эффективно. Да, но вот это как раз уже момент, который, психология этой работы, да, то есть человек должен быть спокоен, работать в стрессовой ситуации, если мы говорим, да, что это все-таки соревновательный процесс, да, что здесь еще на кону что-то стоит большое, да, там победа или проигрыш бойца, может быть, от этого зависит. Хотя, это мое уже личное мнение, да, вот, к вопросу о том, как вообще организуются соревнования, да, там по профибоксу, то есть если боксер пропускает удар и получает травму, рассечение, там, гематому вследствие того, что у него плохая защита, то мы здесь вроде как, катман, получается, медвежью услугу оказывает. Мы пытаемся компенсировать, катман пытается компенсировать недоработки в зале, технико-тактические, вот этими процессами, своей работой, с этой точки зрения. Ну а если боксер пропускает, допустим, случай, ситуация, да, там столкнулись головами, какое-то рассечение, и вот получается, что вот это вот рассечение, это как называю еще такой вожу такого агента, это третий лишний. То есть травма начинает участвовать в поединке между боксерами, да, там она развивается, она ухудшается, или наоборот ее смогли там купировать во время боя. Но вот эта травма, она начинает играть какую-то роль определенную. Другой боксер, может быть, будет бить в это место, скорее всего, он будет бить в это место, да, там, чтобы ухудшить состояние. И поэтому вот травма, да, она начинает фигурировать уже как еще один участник поединка. Если так мы абстрагируемся, она мешает, другому помогает. И вообще в бокс уже в другую плоскость переводит. Например, тот боксер, который травмирован, он уже в своих действиях, его действия сужены. Он какой-то арсенал уже отсекает. Например, он не обостряет ситуацию, он не идет на риск. Он тот этот бой, то травма Бадуджек с этой травмой
отбоксировал. Ну, в целом, да, бой, я у ребят спрашивал, кто, такие оценки, да, внешний бой же скучный получился. Угу. Ну, в целом, если вот так разобраться, да. А то, с другой стороны, вот этот, ну, элемент зрелищности, когда кровь и страдания, я уж сейчас отсылочку сделаю там, к философам. Есть такой автор, Ханс Ульрих Гумбрих, ну, вот у него есть фраза, что для боксера, чтобы войти в пантеон славы, там, в зал славы бокса, главным, одним из главных условий является прохождение через страдания. Ну, вот это вот кровь, да, получается, страдания в ринге, физическая боль, страдания, да, там. Ну, такое получается вот условие нахождения боксера в зале славы, да, это страдания. Да, а вот это вот, да, как раз рассечение, гематомы, они как получается у нас олицетворяют это страдание. Вот. Но это уже, видишь, такие смыслы мы такие уже смыслы, да, обнаруживаем здесь, в этих вещах. А что катану помогает и проведение всех этих? Да, вот, да, я хотел сейчас просто в таком виде, не прибрано, да, но вот эти два чемоданчика, это, в принципе, инструментарий, который, ну, я собрал. Может быть, это, ну, что-то от меня, да, чтобы я где-то услышал, мне еще ребята подсказывают. Я, наверное, ну, можно сказать, да, вот есть катман, с которым мы общаемся, он в Уфе находится, Олег Алексеев, тоже многие вещи интересные рассказывает, но он детально прям так изучает, у него есть там, скажем, такие отсылки к медицине, к биологии, ну, в общем, он глубоко, да, в этих вещах начинает вникать. Да, вот сейчас я про чемоданчик расскажу. Здесь у меня, в принципе, два таких этих. Первый чемоданчик. Это все-таки уже как-никак два года. Ну два года. Все-таки, да. У тебя все-таки уже есть. Небольшой опыт есть. Понимание, знание уже успел приобрести. Да, ну это вот, в принципе, смотрите, ножницы, да, для... Как раз мы же занимаемся еще пикированием, готовим руки бойца. У меня здесь ножницы. Это обычные медицинские ножницы. Я специально искал ножницы. Смотрел цены, вот эти ножницы мне обошлись 350 рублей в обычном медицинском магазине, да, а вот есть ножницы такие фирменные, которые, может, в катманских каких-то магазинах продаются, ну, или, так скажем, под этим брендом, они там по 2500, но Пафенспорт, да, вот я видел, там 2 с чем-то они стоят. Но я так понял, функционал, да, функционал один и тот же, то есть мне на тот момент, ну, казалось, наверное, не надо переплачивать. Но есть вещи, вот я сейчас еще расскажу. Так, здесь у меня еще понятно, что вот мы тейпы подготовили, да. Тейпы ультиматум выпустили, хорошие тейпы, очень удобные. Здесь есть, ну, вот эта вот форма, да, тейпа, она очень удобна для отрыва. Как вот это правильно называется? Насечки, да? Легко отрывается тейп. Да, и у меня еще тот тейп, который, ну, изначально мы использовали. Это американский Pharmacels. Вот у меня кусочки остались. Здесь. Вот этот, например, тейп здесь уже, ну, сколько ему, наверное, год лежит. В принципе, вот его отрывать уже неудобно. Тут нужна эта определенная сноровка. Или там, чтобы у вас ногти были, ну, не коротко острижены. Теперь сами бинты. Бинты для тейпирования из хлопкового материала. Вот здесь ультиматум есть, выпускает ультиматум. Да, хорошие бинты. Еще у меня есть бинты. Здесь у меня всякие марлевые материалы, дополнительные, которые мы используем. Эти бинты мне как раз прислал Олег Алексеев, тоже попробовали. Они здесь уже по длине, да, там отличаются по длине, ну и вроде как материал более такой мягкий. Вот, и по длине, да, под одну руку, сразу под руку можно затипировать. То есть там где-то еще остатки остаются от больших. Большие бинты, да, 7×14, это мы делаем для защиты рук, такую подушку. Ну, Руслан знает, да, там, может быть, как-то и отдельно сделаем про это видео. Здесь у меня еще, что есть? Да, тоже. Так, здесь еще какие-то моменты, да, общие. Вот есть у меня часы, я специально взял для работы, да, потому что все равно какие-то следы вазелина, крови попадают. Эти отдельные часы использую, ну, в ринге. Декатлоновский, как секундомер, чтобы примерно понимать, раунд закончился, когда будете наготове, когда подготовить адреналин. Вот. Адреналин, сейчас мы к этому ближе подойдем, да, когда гематома. Я вот этот шкафчик весь свой покажу. Наборчик. Да, и вот здесь у нас, собственно, сейчас я вазелин. Вазелин, опять к вопросу о производителях. Это обычный медицинский вазелин из аптеки. Я его выдавливаю.
перед боем замораживаю, но он всегда на льду находится, чтобы сохранять плотность. Вот, здесь есть, ну, на выбор можно хороший вазелин взять. Напомню, Руслан, сколько он стоит? Винин, не помнишь, да? Ну, да, такой, в принципе, гораздо дороже, чем если мы будем брать вот обычный аптечный. Адреналин я тоже сейчас взял, но у меня остался, я упаковку не взял, просто одну ампулу адреналина 1:1000. Мы его используем для, ну, как кровоостанавливающее средство. Сейчас я его здесь. Для адреналинов у нас адреналин в таких ампулах продается. Есть шприц. Я специально беру шприц, да, чтобы не вытряхивать эту ампулу в емкость, а вытягивать и уже там потихонечку набирать. Ну, что-то вроде вот такой емкости с адреналином, когда во время боя нужно смочить. Он просто прикладывается? Или... Да, мы делаем, ну, смотрите, вот есть ватные палочки, вот эти ватные палочки, которые используются, да, там, можно нарезку сделать в видео, да, там, где мы прикладываем. Смотрите, вот это те палочки, которые продаются, вот. Есть палочки, которые, например, мы сами делаем, ну, уже используя обычную ватную палочку, вату. И вот, еще такой мне совет дали, да, хороший от Олега. Ватная палочка сделанная, она все обернута марлевым винтом. Ну, чтобы кусочки ваты не попали в рану. Такая вот забота о боксере. Здесь, ну, вместо этих ватных палочек можно еще использовать и салфетки. Если вы смотрели бой, да, мне тоже интересно было наблюдать за этой работой. Бой Воробьев против Пономарева. Ну, там как раз тот человек, который в углу Пономарева был, он использовал просто эти салфетки, он прижимал, да, там останавливал кровь. Ну, наверное, она была смочена адреналином еще. Тем не менее, вот такой вот процесс. Еще, что у нас здесь есть, ну, такого, может быть, необходимого, да, для обработки гематом мы используем утюжки. У меня два утюжка, один тяжелый и вот такой вот, ну, тактический, наверное, можно его назвать, маленький утюжок, легкий. Вот они все, в принципе, используются. Здесь пузырь для льда, ну, какие-то гематомы, да, какую-то профилактику можно осуществлять с помощью льда. Я вот взял вот этот пузырь, тоже искал, Фармацевт. А еще нашел в аптеке такие советские еще, наверное, пузыри, да, остались резиновые. Но они жесткими становятся, вот, от холода они становятся жесткими, неприятными. И, наверное, вот, ну, лучше все-таки что-то подобное выбирать. Здесь у меня еще вот этот сумка-холодильник. Не всегда, ну, может быть, да, там у меня есть такое положение, да, условно, если я не всегда уверен, что лед будет, да, там у ринга. Или вдруг что-то случится, да, там где-то лед закончится, не дали. У меня и всегда вот этот запасной холодильник есть. Я заранее замораживаю слоты. И у меня здесь холод, ну или лед где-то запасаюсь льдом, использую. Дальше запасная капа. Эта капа запасная бывает, когда нужно использовать. Она не сформована, да, но если вы видели один бой, да, где у боксера выпадала капа, как раз именно эта капа была, видите, она в бою Ханям Гусангуров. Эта капа просто запасная, да, там, ну, правила требуют, нужно на всякий случай иметь. По всему быть готовым. Ну и манжеты. Такие манжеты, которые там надеваем на руки. Здесь ватные тампоны с адреналином, салфетки такие вот. Ну, чтобы просто, да, чтобы все было под рукой. Да, и еще не принес, не взял. Это перчатки медицинские. Да, медицинские перчатки нужно постоянно использовать. Это да, это вопрос. Вопрос, да, такой медицинский вопрос, который нужно соблюдать и просто там занести грязь какую-то в рану, да, там инфекции самому в итоге, да, там что-то там, да, не получить. И эстетика. Да, ну и эстетика, наверное, там, потому что сейчас в ринге видно, кто в черных перчатках, кто в синих, кто в белых перчатках, ну, чаще в черных, да, это все смотрится так стильно. Так, ну, в принципе, все, вот то, что касается арсенала, у нас здесь такой беспорядок возник, да, есть еще спиртовые салфетки, которые, ну, всегда приходится все содержать в чистоте, после там, каждой работы обрабатывать инструменты, руки, да, это вопрос уже гигиены. Ну, дополнительно я здесь еще гомеостатические средства, да, я их не использовал, да, но на всякий случай вдруг боксеру не будут должным образом оказывать медицинскую помощь после боя, все-таки надо иметь, чтобы до травмпункта доехать, или на тренировках, да. В принципе, все, Руслан, то, что касается
арсенала, чемоданчика, да, каких-то там приспособлений. Я думаю, что рассказал все. Есть ли что-то еще добавить, потому что вроде бы специализация, ну, узкая, но, да, как показывает наглядный пример, на утюжки, катманское дело, различные салфетки и все это применение в ринге, ну, на самом деле стоит довольно, ну, сильных хлопот и времени, и чтобы все это, во-первых, применить, и нужно же, наверное, где-то набивать руку, а профессиональных боев у нас, ну, в Казани, в Татарстане единицы, приходится нам куда-то ездить, уезжать, где ты вообще получаешь опыт и как ты все это нарабатываешь вообще? Да, но вообще... Без практики это тяжело. Да, ну, практический опыт, просто был первый эпизод, первый случай, это в Екатеринбурге, у Арама Мирханяна был бой против Сиражуддина Агаева, и как раз там произошло столкновение головами, может быть, даже тактика боя с той стороны была на этом построена, и, соответственно, рассечение. Ну вот, тогда я ничем не владел, у меня было только полотенце, и кто-то из зала дал ватные палочки. Ну, такая помощь вот пришла из ниоткуда. Но пришлось справляться подручным, да, там, сжимать, прижимать, полотенцем высушивать и закрывать вазелином. Ну вот, мне тогда вот в этот момент, да, это первая такая ситуация, да, когда я вижу, что каждый раунд рассечение, да, над глазом становится все шире, шире. Я уже потом смотрел на толщиной с палец, да, я заглядываю в эту рану. Но вроде как самообладание там взяло верх, и, ну, все эти раунды получилось, да, там, не имея практического навыка, декупировать, да, потом уже, ну, как раз идея возникла вот этот курс провести здесь, в Казани, когда мы пригласили Дмитрия Лучникова, и там получить, да, такие наглядные представления, навыки по клипированию и профилактике травм. Еще момент был, значит, вот то, что по поводу практики, я как катман, по сути, да, работаю только в углу Арама Мирханяна. Угу. Да, ну это для меня большая честь находиться там. И всегда, ну, есть вот после этого боя в Екатеринбурге, да, опасность, потому что у Арама определенная, ну, есть у него предрасположенность, да, к рассечениям. И последний бой. Да, вот бой с Ангуровым, там было много рассечений. Я специально нарезку еще сделал у себя там в Ютубе, где показано, да, там первое рассечение, это удар головой, бой с Ангуровым бьет головой. Да, и первое рассечение, оно оттуда, и там уже по накатанной дальше возникает. И да, достаточно много. Так вот, я по поводу тренировки. До этого мы же еще в Киев съездили вдвоем. Я думал, тоже у меня были мысли, надо готовиться. И вот здесь ребята помнят, я просил, ну, взрослых ребят помочь мне подготовиться к этому. То есть у меня было такие несколько рисунков тренировочных, да, что может произойти в ринге. Мы засекали, брали таймер, я представил, что я один работаю, просто в ринге один. Да, я должен успеть взять ведро, дать воды, помыть капу, если это рассечение, успеть с рассечением справиться, это, да, там. Нет, это все разное, но мы исходили из того, что вдруг такая ситуация, что в углу находится один человек, да, там. Ну, я тоже об этом предполагал. И я вот тут тренировался, да, по секундомеру, где-то минут по 10-15. Получалось, что я сам весь взмокший уже через эти 10 минут, потому что столько манипуляций. Потом, если ты предполагаешь, у тебя, например, рассечение, гематома, или два рассечения, одна гематома, что первое нужно сделать, да, там, например. Или как это сделать одновременно. Вот то, что было в бою с Байсангуровым, да, там приходилось, с одной стороны, гематома, ну, назревала, я уже не помню, сколько было, с четвертого, наверное, раунда, она назревает, да, я постоянно ее успевал, останавливать. И еще рассечение, одно рассечение, потом второе рассечение на лбу открылось, потом третье рассечение появилось. Ну и здесь уже вот манипуляции, здесь руки прижать, и это вот, наверное, надо как тренируется с монетками, да, вот ловкость. Хирурги тренируются, какие-то такие вещи нужно делать, по идее, чтобы манипулировать мелкими предметами, делать это ловко. Но это вот уже вторая часть, да, когда мы говорим о специализации, все-таки здесь нужно еще какую-то тренировку проводить, да, на мелкую моторику. Ну, если мы говорим, да, наверное, специалист должен это делать, если это еще оказание первой помощи, да, там, близко к чему-то такому. Вот, ну, собственно, вот так вот и получилось. А с Байсангуровым уже, я что-то накануне боя просто представлял эти ситуации, мне уже показалось, что
Ну, есть такая тренировка, идеомоторная тренировка, когда ты начинаешь все это детально представлять, да, визуализировать, и вроде как эта тренировка, она, наверное, ее нельзя поставить знак равенства, да, между практической, она как минимум уже мозг готов к этим ситуациям. Мозг готов, значит, мышцы готовы, если мышцы готовы, значит, в принципе, ты знаешь, что ты будешь делать, ну, в действии. Ну, наверное, вот, но это уже вопрос, да, такой, видишь, ну, уже как бы методика тренировки, методика подготовки. Вот, собственно. Еще. А вот, ну, в плане, например, сечения, тут, ну, тяжелее, да? А если даже поехать куда-то на спарринг, ну, какой-нибудь клуб или день спарринга, как правило, бывает в клубах, то там, ну, как правило, ребята боксируют в шлемах, и бывает, ну, редко, когда какие-то рассечения. Потому что перчатки другие, шлема, и это все. Не дает. А в плане при первой минуте, то есть тут же полегче, тут, мне кажется, ну, можно применять это каких-то спаррингов тоже. В спаррингах пикирование рук, знаешь, как, ну, я все равно склонен считать, что если боксер профессионал пикирует, то есть он должен заботиться о здоровье своих рук. Ну, постоянно, да, в том числе это как раз тейпирование. Но он тейпирует, мы можем же использовать, как бы комбинировать материалы, да, там бинт, да, боксерский бинт, подушку делать или подушки готовые, вот как ультиматум выпускает сейчас, да, вот эти силиконовые подушечки, их использовать, да, там, и что-то еще дозакрывать тейпом, да. Ну, как бы такой метод. Я думаю, еще вот какой момент здесь, ну, нужно и важно, наверное, учесть. Мы же как подходим к тренировке, да? У нас тренировка – это, ну, там, некий процесс, да, там, человек приходит в зал, он тренируется, выступает, боксирует. Например, на Западе, когда говорят там, о боксере, да, там, или о спортсмене, для него тело – это прежде всего его капитал. Так и есть такой термин, там, телесный капитал. И он начинает в него вкладываться. В том числе вот эти вот вещи по профилактике травм – это вложение, инвестиции в телесный капитал. Ну и, соответственно, если там боксер, даже сейчас он выступает в олимпийском боксе, да, и готовится, или готовит себя к чему-то, да, зачем ему собирать за молодость какие-то травмы лишние? Да, это касается, наверное, тяжелых мешков жестких, да, которые там как камень, может быть, он там ударит и не только кисть повредит, еще и себе и сотрясение, да, там создаст. Но вот эти все вещи, потому что мы же наблюдаем, да, что там западный зал там, или американский зал, да, где нет бокса, там другие мешки, там подход к оборудованию, там у тренера, не знаю, 20 вид лап, да, там, у них они там тренировка подход, он еще перед тренировкой маслом натирается, да, там кожу готовят к этому, не просто там вазелином, да, а вот именно какие-то специальные средства, разогревающие мази. Они и в ринг не выходят без шлема, без бинтажа, без хороших перчаток. Ну, да, ну, есть вот момент с перчатками, да, с бандажом, вопрос, это же как, ну, специальное, да, упражнение, боксер профильного, ну, и элита, да, взрослая в олимпийском боксе, там, мы же говорим, да, это бокс без шлемов, да. Но, и тебе все равно, чтобы прочувствовать, да, без шлема, как боксировать, как защищаться, ты периодически его снимаешь, и в этот момент тоже может, ну, случиться рассечение, ну, мало ли, там, головой столкнулись. Ребята случайно, да, там кто-то локтем задел, бывает же, да. Ну, рассечение случается, значит, ну, в зале это тоже происходит. Но другой вопрос, что, наверное, у нас еще нет вот этой большой такой индустрии, когда ты как на фабрику приходишь, огромный зал, 100 боксеров, профессионалов, да, там, и они работают, ну, wildcard, да, сколько там боксеров, они в очереди стоят, чтобы поспаринговаться, профи, да, там, ну, и уровень там, соответственно, высокий. Или там вот есть такая книга Лаик Вакан, это социолог, да, он, ну, философ, социолог, он сам в Чикаго поехал, француз, несколько лет жил, тренировался среди чикагских боксеров, профессионал, даже, кстати, выиграл золотые перчатки там у них в Чикаго, вот этот ученый. Вот он описывает тоже это как фабрику, боксеры пришли, воспроизводят постоянно какие-то телодвижения, да, ну вот как конвейер, да, там, в принципе, одно и то же, да. Год в год повторяется, это мастерство нарабатывается. И вот эти парни там работают жестко в ринге, то есть у них там вопрос вот так стоит. Там, может быть, это актуальнее сейчас, да, пока этой индустрии нету, мы еще вот тут разговариваем на тему, а вот хорошо было бы, если бы у всех были шлема. Понимаешь, ну, почему? Вот, в принципе, такой момент. А
На этом предлагаю нашу тему эту закончить и пожелать Илье саморазвития и возможности развивать это направление дальше. И побольше профессиональных боев в Казани, в Татарстане. Спасибо, Илья. Спасибо.